Самое низкое количество зараженных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ленинском городском округе на прошлой неделе. По данным пресс-службы ВРКБ, число больных COVID-19 в муниципалитете увеличилось всего на 15 человек. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии по состоянию на 3 августа составило 2340 человек. В стационар инфекционного корпуса ВРКБ за прошедшую неделю поступило 105 человек. Из них 22 жителя нашего муниципалитета. В настоящее время лечение амбулаторно проходит 335 больных COVID-19. В больнице под наблюдением врачей остается 183 пациента со всего Подмосковья. Из них 36 жителей Ленинского городского округа. Медики делают все необходимое, чтобы пациенты как можно быстрее пошли на поправку. Первый день я почувствовала хорошее отношение к себе. Ни грубости, ничего. Девочки подошли, послушали, померили КТГ, сделали анализы. Доктора все внимательны. И ночью подходят, и днем подходят. Я вообще довольна. Мне очень нравится. И питание. У меня была температура 39,5. Прям в первый же день мне ее снизили до 36,6. Вот. Лечили интенсивно меня. Вот какой день уже? 23 числа, скоро будет неделя. Я уже фактически здоров полностью. Большое вам человеческое спасибо. За прошедшую неделю выздоровели почти 2000 человек. Кроме того, на 634 человека уменьшилось количество контактных, находившихся под наблюдением медиков. На коронавирусную инфекцию было обследовано 774 жителя нашего округа. Несмотря на положительную динамику, медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.